Всем привет! В этом видео вы узнаете, сколько примагемы выкруток вы успеете накопить за вторую половину обновления 3.4 на Юани Кутао, а может быть на Дэхью? Всем приятного просмотра! Вторая половина обновления 3.4 вместе с баннерами Юани Кутао начнется 7 февраля и продлится по 1 марта. Зачистка новой локации входила в подсчет гемов за первую половину, поэтому сюда она не входит. Выполняя ежедневки, за это время можно собрать 1260 камней истока. По одной крутке нам пришлют на почту 5, 7 и 9 февраля в сумме 3. Оставшиеся два события по 420 примагемов каждая в сумме 840. Ограниченные по времени промокоды со стрима разработчиков добавят 300 примагемов. Кстати, в нашем телеграме уже опубликованы промокоды на февраль, а новые промокоды появятся там уже 17 февраля. Так что обязательно подписывайтесь и следите за новостями. Ссылка в описании. Бездна успеет обновиться только один раз, это 600 камней истока. Если не закрываете ее, то просто вычтите это количество из итоговой суммы. Пробные забеги Юани Кутао добавят 40 примагемов. И еще 40 за ежедневные отметки на Хуэллап. Будущий веб-ивент с Дэхьей также добавит 40 камней истока. Итого, в сумме получается 3120 примагемов и 3 молитвы. Если перевести все это в розовые крутки, то получится 22 крутки за вторую половину. И, чтобы вы понимали, за первую половину было возможно накопить 61 крутку. Напишите в комментариях, на каких персонажей вы сейчас копите. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!